«Спартак» не торопил события. В первом тайме после падения Оленичева в штрафной Анопко с пенальти открыл счет, и больше до перерыва голов не было. Зато потом эта голевая пустота компенсировалась. Курьезный мяч забил Мамедов, его даже не зафиксировала камера. Спартаковцы уже откровенно играют в свое удовольствие. Красиво навешивает Тихонов, и Кечинов головой поддерживает усилия друга. Кстати, Кечинов и Оленичев вышли в стартовом составе. За 5 минут до конца матча Дингас разваливается окончательно. Тихонов попадает в перекладину, хотя Спартак атакует малыми силами. А Тюменцев аж шестеро, мяч опять штрафной. И Тихонов проталкивает его в ворота. Через 2 минуты Юран реализует пенальти. А еще через 2 вышедший на замену Титов устанавливает окончательный счет. 0-6.